Беженцы рохинджа в Бангладеш будут накормлены. Некоммерческая благотворительная организация Action Against Hunger готова ежедневно обеспечивать едой порядка 90 тысяч человек. По словам ее представителей, в первую очередь гуманитарная помощь будет оказана наиболее нуждающимся. Напомню, очередной виток напряженности в Мьянме произошел в августе после серии нападений боевиков рохинджа на полицейские посты и воинские части. В связи с произошедшим местные власти развернули операцию, в ходе которой погибли сотни человек. Так как Всемирная продовольственная программа уже обеспечивает всех беженцев едой, наша главная цель – это сфокусироваться на беженцах, которые страдают от острого недоедания. Ежедневно они будут получать высококалорийную пищу и 3 литра питьевой воды.